свернемся в перекрестке направо и выйдем прямо туда, где мы с тобой выезжали. У нас вот такая покатушка сегодня. Зимний эндуро. Супермопед. Сурон-мопед. И два взрослых. Китайца. Пошел ты меня всем, блядь. Нет, там какой-то DHL. DHL, это доставка. Посылка из Африки. Ничего себе! Лезет гад! Ну в конце, конечно, уклон жесткий. Нику, засели в конце. Да не, тут деревья мешают. Миха, я переборщил. Бля, я в беску неприятно въехал. Ну что, мне жопа. Подержать тебя? Миха. Сука. Оу! Виталик! Короче, вот такая здесь горочка. Не хватает шипов. Очень страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Но если бы мы знали, что это такое. Антоша застрял. Где твое колесо, воин? Я, блядь, через руль ушел. Сейчас! Эндуро – это зло. Семён Семёныч! Что там? Я через руль ушёл, блядь! А что там? Дырка нахуй! Подлёт ушёл, блядь! Еду, короче, такое колесо подвалилось, и я просто через руль! Он вылез! Какая красота! И мопед. Пока некому дать поснимать.
Наверх не заедешь, да? Нельзя. Охуенно, я согласился, блядь. Ты чё, прикольно, смотри, вы сейчас заедете. Куда, туда? Да. Блядь, ёбнулся, что ли? Блядь, ну ты вообще недоверчивый парень. Кавабанга! Все, можно выйти! Кавабанга! Двойню родил! Нет! О! А, смотри, неплохой ракурс, да? Я таким возвратом не буду заниматься, нахер надо. А? Я таким возвратом не буду заниматься, нахер надо. А у тебя варианты какие? А я направо, где Миша? Бля, не, ну там совсем просто, иди в жопу. Иди ты в жопу, не хочешь. Каждый по несколько попыток делает. Это ты, блядь, любишь ломаться нахуй. Вот и порешили. А чё тут ты ломаешь-то? Снег? Ты ломаешь, и себя ломаешь, и мод ломаешь. Он Бурмалей вообще. Кто ты, воин? Хвост, блядь.